Всем привет! Сегодня хочу вам показать простой и вкусный салат, который можно подать к любому празднику. К тому же он еще и без майонеза. Для него нам потребуется 4 яйца, которые нужно отварить, остудить и порезать кубиком. Выкладываем в емкость. Сюда же к яйцам банку консервированной кукурузы без жидкости. 3 свежих огурца, которые я порезала вот так брусочками. По весу у меня было 250 грамм. 150 грамм вкусного твердого сыра, который нужно потереть на крупной терке. И зелень. У меня небольшой пучок мелко порезанного укропа и небольшой пучок зеленого лука. Далее готовим заправку. И как я уже сказала, он будет без майонеза. Здесь у меня в тарелке 4 столовые ложки 20% сметаны. Добавляю в нее пол чайной ложки соли. Немного черного молотого перца. 2 чайные ложки французской горчицы в зернах и чеснок по вкусу. Я взяла вот такие 4 зубчика, вы можете брать больше, либо меньше, как вам хочется. И теперь все это хорошенько перемешиваем. Все, заправка полностью готова, выкладываю ее ко всем остальным продуктам. Ну и, конечно же, салатик нужно перемешать. Вот такой замечательный салат получается, и я уверена, его оценят все ваши гости. Попробуйте сделать и вы. Ну и, конечно же, если понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!